Накануне решением городского собрания назначены выборы мэра курорта. Они пройдут в единый день голосования 14 сентября. Выборы очередные назначены в связи с истечением срока полномочий нынешнего главы города. Напомню, на пост мэра Анатолий Пахомов был выбран на досрочном голосовании в 2009 году. Завтра кандидаты уже могут подавать документы в избирком. Сделать это нужно будет до 30 июля. В том числе предоставить сведения о наличии судимости, отсутствии иностранного гражданства, счетовые активы в иностранных банках, недвижимости за рубежом, а также информацию о доходах и расходах за 3 года. Для поддержки выдвижения кандидатам, выдвинутым от политических партий, сбор подписей не требуется. Те же кандидаты, которые будут выдвигаться в порядке самовыдвижения либо общественными организациями, в обязательном порядке предоставляют в избирательную комиссию подписи избирателей, собранных в поддержку выдвижения. Количество подписей, необходимых для регистрации, составляет 1573. Агитация в средствах массовой информации начнется с 16 августа. Определен и порядок досрочного голосования за 10 дней до дня выборов. Также на пресс-конференции сегодня сообщили, что графы «против всех» в бюллетенях не будет.